человеком был простой человек, и просто смотрел на свет. И да, его было настоящее, да, а нет, настоящее нет. И он знал, что будет завтра с 8 до 5, и что будет после 5. И если на пути становилась гора, он не пытался ее обойти. Возвращался домой на площадке, где мусоропровод. Он увидел, как из люка таращилась смерть, и он понял, завтра умрет. Он взял свой блокнот и написал ей: «Приди завтра ровно в 12 часов». Он терпеть не мог не сделанных дел и попусту сказанных слов. Я знаю эту женщину, от нее зовут Свобода. Другим она просто судьба. Если для первых она раба, вторым она святая судья. Я знаю эту женщину. Я знаю эту женщину. Человеком гладко выбрил лицо, одел лучший галстук и ждет. Спокойный и светлый, и струсил о смерти, забыла, где он живет. Он долго ждал, но потом он устал, попусту ждать и ушел. И, встречая смерть, не здоровался с ней, как со всеми, кто его проколол. Я знаю эту женщину, от нее зовут Свобода. Другим она просто судьба. Если для первых она раба, вторым она святая судья. Я знаю эту женщину. Я знаю эту женщину. И первые пытаются взять ее в плен и заставить стирать носки. Но вторые знают, что тлен — это тлен, и живут без особой тоски.